Я зашел в супермаркет взять минералки, но по зоопарке забыл, что хотел и в какой отдел. Много всего чересчур, везде сплошные ряды, а я еды не хочу, мне не нужны цветы. И я застыл у рыбы на дне аквариума, хвосты шевелятся, нету твари ума. Щупаю овощи, на витрину смотрю беспомощно, я корзину взял для чего вообще? За мной идет, что от меня ему надо? Не отстает, блин, вот засада, вроде держит дистанцию, боится спалиться. Я тебя выпас, тупица, не отстает ни на шаг. Вижу краем глаза, торчит в овощах, напротив, вот зараза. С фонтом тоже покупатель, ходит с корзины, но она пустая, прошли уже пол магазина. Со мной одним. Не к добру, спокойно, все вокруг.